Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня расскажу вам про топ-10, даже топ-50 бизнес-идей. Вот, значит, минимальным вложением в любом году, можно 2022, 2023 и так дальше. Давайте тогда уже начнем. Онлайн-курсы. Это у нас первое, онлайн-курсы, то есть вы создаете свой курс, и вы сможете с помощью на этом хорошо заработать, ведь вы влаживаете меньше, а потом уже сможете регулярно и пассивно зарабатывать. Если, конечно, хороший курс создадите, или, то бишь, какую-то книгу электронную, где буду покупать. Помню один случай, когда книгу покупали, и заработали достаточно много. Книга была еще в тренде, когда как продвинуть свой ролик. Он до сих пор сейчас в тренде. Сейчас именно в тренде, когда смотрите ролик. Но тоже об этом записать, тоже хайпануться. Про учебу. Вот тоже сейчас тренд такой. Про учебу, про YouTube. Вы можете создать про эту книгу и хайпануть, или создать счет канала, не знаю, ну и ролик создаешь, то хайпишь, а у меня не получается. Напишите, в чем там дело у меня, тогда я вам дополнительно дам 5 топ идей бизнеса. Только в следующем видеоролике скину ссылочку вам, кто напишет первым. Пункт выдачи заказов, то есть вы в интернет-магазин создаете свой, продаете, сейчас покупать, потом уже пункт уже можно создавать и присылать. В принципе, это давняя идея, она вам поможет. Минимальное вложение, купили, продали, обычно. Третье, TikTok, развитие собственного аккаунта. Собственного аккаунта, я даже прям не сказал об этом. TikTok, развитие собственного аккаунта. Да, что как-то про YouTube не упомянули. Значит, TikTok идем, друзья, все в TikTok. Развитие собственного канала, когда больше 800 миллионов подписчиков. Что-то у нас человек посмотрел здесь видеоролики. Что в TikTok? Можете хайпить на видеороликах, если какой-то хайп, события записали, хопа, на все хайпанули. Поэтому рекомендация продвигается, продвигается, вы снимаете, можете ставить дополнительные аккаунты. Ну, вот так. Четвертое. Приготовление и доставка здоровой пищи. Ну, это как товара, только уже здоровой пищи. Можно работать уже на компанию какую-то, присылать доставки уже. Или самому стать компанией. Кого-то нанимать, хоть доставляет. Я думаю, понятно. Магазин в Инстаграме, то есть выставить свой Инстаграм-магазин, тут даже есть примеры, да, я тоже могу создать пример, блин, как-то так вот, как там сказано, Инстаграм-бизнес можно рекламировать, но это так минимально, не так-то и много получите, но в принципе безопасно, пробуйте. Ну, я тут не могу ничем похвастаться, пошли дальше. Организация фитнес или йога турниров. Туров. Вы можете лодку купить, сразу поехать какой-то остров, нанимать там в интернете или просто на улице, где сейчас будет летний период, каникулы, тогда вы сможете сказать, так, кто хочет фитнес или йога туров, ну, туров, где там путешествия, но это где-то в Крыму, в Турции можно в вашем городе, где море, где лодка, это как дополнительно. В принципе, куча идей на эту тему, если хотите поговорить об этом со мной, чтобы я записал ролик и рассказал вам, то ставь лайк и напиши мне в комментариях, чтобы я точно вспомнил. Меня зовут Макс, правим еще раз. Только не Макс, там другой. Седьмое. Ручная расписка обуви. Да, можно футболку расписать. Вот сейчас как я. Сначала купите без росписи, потом создаете супер роспись, если вы творческий человек. Если вы рисуете. А то говорят,
Я рисую без идеи. Только умею так делать, а больше ничего. Это сложно. Вот так получается. Дальше. Восьмой YouTube канал. Прикиньте. 1000 подписчиков и там часы просмотра можно брать. Вы сможете зарабатывать на этом. Раскрутку блогера можно осуществлять прямую рекламу с помощью непосредственных вставков роликов рекламы. Там другая тема, там нужно снимать, чтобы понимать. Ну, такая семантика, как я прям, да, в принципе, сойдет. Дальше, девятое. Барбаршоп. Магазин, барбаршоп. Понятно. Десятое. Фотостудия. Какой-то проект. В принципе, тоже годится. Установка постамата. Постамата. Нужно купить ее. Блин, дорого. Почему он попал у нас тут? 12-й магазин орехов и сухофруктов. Ага, только точку выберите там и продавайте. Продажи товаров и Авито. Понятно, то же самое салон. Татуажа. Это же 14-15 коверинг центр. Там тоже можно видео и фотосъемка. Изготовление полезных сладостей. 18-е производство масел холодных отжима на дому. Также можно добавить мыло, добавить свою пиццерию, сдавать пиццерию, торты готовить. Я это потом скажу еще. Может, возможно, он тут еще тут есть. 19-е. Организировать экскурсию. Такая на каникулах. 20-е. Посека. То есть вы мед там готовите мед посеку. Куча у вас посек. Так называется, по-моему. И мед делаете. Ну, пчел делать. Куча-куча и бизнес. Или яблоко там поставите. В принципе, купить, продать, все такое. Подробно хотите, чтобы я сделал, то вот подписка. 21. Прокат инструмента. То есть вы даете автомобиль, но это опасно кому-то на прокат. Ну, таксистам, наверное. Вообще прокат инструментов. Авторазбор. Уборка квартиры. Продажа сладких ваты. Уже такое магазин необычных сладостей из других стран. Курсы крайки и шитьё. Автоподбор. Изготовление деревянной посуды ручной работы. Все эти ручную работу вас будут платить в 2 раза больше. Например. Можете свою худобу развивать и получится своя работа. 29. Пошив поставление белье. 30. Изготовление сыроедениных сладостей на заказ. Шагарин лосо. Блин, что ж ты пугаешь, куда? Можете пострелить его. 30-40 изготовление. 32 из-за него, блин, перепутался. Изготовление травяных чаев. Также можно добавить изготовление газет. Ну, я не знаю насчет этого, но в принципе можно. На этом еще. Ну, не знаю. Продумайте что-то с этим. Я идеи распрасываюсь, потом что будем разбирать по каждой проблеме. Нужно ролик записывать. Это если вы лайк кликните, комментарий напишите. И только сделаем. Подписка, лайк. Производство без корыстных мебель. Ну, уже остается все, что хочешь. Ну, только вот это вот полезнее, чем создавать кучу дверей. Потом вас никто не купит, потому что вы не компания, вы создали своими руками. Ну, можно попробовать. Но будет очень плохо. Конкуренция. А тут, наверное, без конкурентов. 3/4 изготовление деревянных игрушек. Топ, топ. Частный психолог.
Только что частный доктор. Дальше. Но это уже по-другому, да? Или частый инвестор, как я. Если хотите, то напишите мне яичко и слух, и грузовика, и разнорубчика, бочка, разработчика. Разнорабочих. Слуха грузовика и разнорабочих. 37 курсы выживания. Производство домашних сыров или производство молока домашнего. Молока, мяса, яйца, всякое такое. Муж на час. Химический ковров. Домашний ателье. Организация мероприятий. Тату-салон, магазин здорового питания, 45 разведение породистых животных, разные, шаурмичная, магазин профессиональных косметики, картина на заказ по фотографии, изготовление мебели для животных, полировка машин. Все, всем удачи, всем пока, капец.